Впрочем, забывают водители не только правила проезда во дворах. Доказательства в нашей очередной видеоподборке нарушений на дорогах региона. Видео от нашего телезрителя открывает список бунтарей, выступающих против устоявшихся норм и правил. Для этого автохаму много делать-то и не нужно. Например, по встречной полосе обогнать трамвай, а по дороге еще и чуть не сбить пешеходов. Вот уж действительно пошел против системы. А вот еще один бунтарь. Тихую и размеренную дорожную жизнь водитель паркетника нарушил более чем эффектно. На большой скорости подрезал владельца регистратора. К слову, стоит отметить, как мастерски автомобилист избежал удара. И снова Иркутск, и снова автохам, плывущий против течения. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. В интернете водителя оранжевой машины уже прозвали автоподставщиком. По мнению пользователей социальных сетей, он специально сдал назад. Восстановить справедливость помогла эта запись с видеорегистратора. Если и вы стали свидетелем хамства на дорогах региона, присылайте нам свои видео.